подумаешь! Ты сдохнешь, а не успеешь даже прожить! Получи, скотина. Ну вы поняли, да? Привет, дорогие мои подписчики. Эту серию мы начинаем ровно на том, на чем остановили предыдущую. Мы встретили дракона и дракона, говорю, мастера вампира, и все никак не могли его убить. Но в итоге я таки с ним справился. И это хорошо, он меня потому что уже запарил, честно говоря. Ну ладно. Так, орочий меч. Блин, круто выглядит. Я думаю, мы его возьмем. Это было довольно-таки сложно, надо сказать, но... Ничего, мы справились. Мы справились. Даже мастера вампира запилили. И в итоге, как я понял, меч-таки он гораздо лучше, чем кинжал. Меч рубит просто в капусту. Возможно, это дело именно в этом мече, но я как-то уже передумал пользоваться. Передумал уже пользоваться кинжалом, по крайней мере, пока не найду хороший кинжал, потому что мой кинжал, судя по всему, какое-то барахло. Очередная книга. Читаем все так же на паузе. Сколько тут всего. Обалдеть. Это все вслух читать, это облизишь. Да вашу же дивизию, это ж сколько? Просто офигеть, она до хрена стоит, по-моему? Нет, она стоит так себе. Ладно, надеюсь, он тут один такой был, шибко сложный. Потому что с ним я сколько, минут 5, наверное, парился, пока не попробовал, собственно, меч. Я даже пробовал его вот этим скинуть в пропасть, но он, к сожалению, отказался падать. Много было, короче, идей. Зомби. Хорошо. Это его гроб, похоже. Или это его гроб. Тут два гроба, значит, вполне возможно, где-то рядом еще один такой же есть. Или такая же. Я тут уже маленько успел по этой локации побегать от него, поэтому более-менее ориентируюсь, что тут нас ждет, но вот сюда еще пока не заходил. А так я от него носился по всей локации, думал, возможно, как-то от него можно убежать. Убежать можно, но мне хотелось его убить. Так, ладно. Что это за помещение? Оно, честно говоря, меня не радует. Потому что тут 100% обитают. Тихо. Дверь. Где дверь? Вот дверь. Что это? Кто это там из гроба выламывался? Твою дивизию. Да что ж сегодня, слава богу. А, ну это не так страшно. С этим мы уже работали. С этим мы знаем, что делать. Короче говоря, кинжалы-то не рулят. Хотя я читал там в прокачке скрытность, смотрел, что если пользоваться кинжалом... Ох ты, слово сила. Если пользоваться кинжалом, то можно 12-кратный урон наносить, если в скрытном режиме все это проделывать. Интересно, что это за слово. Это мы удачно заглянули.
насколько я понимаю, это все. Сейчас мы пойдем на выход, судя по всему. Кричащий ветер. Обалдеть, какой орк, да? Орк, орок, говорю. Орк, скажешь тоже. Да, модельки, конечно, знатные. С двумя топорищами. У меня был такой топорищ, кстати, я его Лидии отдал. Надо было не забрать. Хотя зачем? Я, по-моему, напугал эту руку. А я знаю, где мы. Я вон там внизу где-то был. Еще удивился тому, что тут такой необычный. Да. Спуститься, так понимаю, отсюда будет нельзя. Придется идти назад, что ли? Жаль, я как Эцио Аудиторе не могу спрыгнуть вниз. Ну ладно. По-быстрому возвращаемся. Потому что это явно не выход. Но тем не менее мы запилили таки мастера вампиров. Я этому несказанно рад. Теперь я знаю себе цену. Не такой уж он и страшный оказался. Так, хорошо. Пожалуй, я, знаете, как сделаю? Я выключу пока запись, а когда иду до выхода, включу по новому. Потому что зачем смотреть 100 раз да, одно и то же? Вы уже видели эту локацию в предыдущей серии. Теперь только тут никого нет. Так, и все. Мы пробежали обратно весь путь. Мне это заняло порядка 3 минут. И в итоге мы таки выбрались на улицу. Тем временем ночь. Надо найти место, где можно переночевать. Возможно, вернуться чуть-чуть к той, как вот мужской пол, я знаю, что рыбак. А как рыбак женского пола? Рыбачиха, что ли? Ну ладно, в принципе, ночью поскачем, куда глаза глядят. У нас довольно-таки неплохой навар получился от этого похода. Так, куда мы скачем? К Триту, скорее всего, прискачем. Посмотрим, что у нас там. Тихо, лошадка. Кто-то рядом? Так, подожди. Показалось. Хорошо. Приключения, думаю, предостаточно получили. Слава богу, я не заразился от вампиров ничем. Хотя вероятность была большая. Я даже встретил мастера-вампира. Но даже он не смог мне ничего сделать. Конечно, убив перед этим 100-500 раз. Ну да ладно. Что такое у нас? Это что? Это озеро? Или это какой-то минеральный источник? Или это что вообще? Кто это нас заметил? Ладно, не важно. Какая-то непонятная была. Так, это что за текстура такая? Видите, да? Обалдеть. Скачем, скачем. Что-то нас еще тут ждет. Это что такое? Это просто у нас такой пень старый.
Вроде как все спокойно, мы прибыли в очередной населенный пункт. Это у нас Фолк 3, по-моему, называется. Очень похож на Ривервуд, надо сказать. Нам нужно найти постоялый двор. Что тебе от меня надо? Тебе там не попадался пес? Нет, только волки. Ну что ж, кузнец предлагает награду за пса, которого он вчера видел на дороге. Я надеялся, что тебе он попадался. Ну, буду продолжать искать. А ты смотри без глупостей, чужак. Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что передать, лично в руки. Да ты что? Я тебя повсюду ищу. Тебе просили кое-что... Посмотрим. Письмо. Не знаю от кого. Он не назвался. Просто сказал, что он твой друг. Но вроде все. Ладно, мне пора. Любопытно. Так, ой, нет, не то. Оно у меня интересно в книгах. Блин, надо книги распродать. Потому что я вот, честно говоря, сейчас не вижу, где оно тут. Письмо от друга, вот оно. Это мое имя, видимо, наверху. Рорсор. Да. Бастион «Кричащий ветер» до сих пор гудит. Вы на всех произвели впечатление, когда показали силу своего Туума. Надо признать, не всех приводит в восторг явление Давакина. Давакина. Я лично желаю приумножить и развить свои таланты. Скорим. Ныне нуждается в настоящем герое. Вам следует обратить внимание на место под названием Рагнвальд. Как я понимаю, там находится загадочный источник силы, доступный лишь драконорожденным. С уважением, друг. Интересно, девки пляшут. Рагнвальд, где он? Он может быть где угодно. Сложно сказать, короче говоря. Блин, там тут заблудиться можно. Ладно. Рагнвальд. Надо запомнить это название. Так, мне нужен постоялый двор. Вот он, похоже, кстати говоря. Нет, торговец. А вот это? Нет, извини. Ничего. А вот это, похоже, то, что нам нужно. А, нет, это... Это бар, паб. Здесь ночевать, возможно, и нельзя. Не знаю. Заходи. Мы как раз подложили дров. Присаживайся и согрейся. Спасибо. Шоровы кости. Симпатичный мужчина в Фолклите. Да, я такой. Крепкая выпивка согревает. Никакой мороз не страшен. Так, видимо, не у тебя. Можно купить комнату. Я чуть было не попросила тебя взять меня в путешествие, но вспомнила, что не могу бросить тут Валгу одну. Ладно. Что тут забыла, сопливая деточка? Беги домой к мамочке. Да пошла ты. Добро пожаловать в мертвецкий мед. Я убежала от битвы в Сиродиле, а она меня настигла в Скайриме. Что слышно в последнее время-то? Говорят про мальчишку из Винхельма, Авентуса Аретина. Не поверишь, он пытается связаться с темным братством. Вот дурачок. Зачем мне говорить? Я не знаю, я в принципе не горю желанием. Так. Жители Скайрима не любят магию. Так что учителя ты найдешь разве что в коллегии в Винтерхолде. Понятно. Хорошо, она твоя на день. Я покажу тебе твою комнату. Сюда. Что тут забыла, сопливая деточка? Беги домой к мамочке. Ты сейчас договоришься. Ей-бо. Дай мне знать, если тебе еще что-нибудь нужно. Да нет, просто морду плющить, спать. Время. 20 минут второго ночи. Вот столько поспим. 11 часов. Здоровый сон.
Хорошо. Давайте теперь. Я тут подумала, может, наймем Теклу. Если бы только она проводила меньше времени с Денгейром. Если бы только у меня хватило денег платить вам обеим, Нари. Шоровы кости. Симпатичный мужчина в Фолклите. Да, только подвинь свою попу. Рагнар Рыжий. Жил-добыл Рагнар Рыжий героем. Он слыл как-то раз, он в Айтран ненадолго прибыл. Он куражился, пыжился, бряцал мечом, похваляясь, что врагу всяк я был ярлом, но мне посоветовали покинуть пост. Когда я принял сторону братьев Гури, он услышал мотивы насмешливых. Это был имперский заговор. Ты вообще в своем уме? Да не так давно. Кто-то скажет, что я отказался от титула, потому что стал. Но дело не в том. До меня дошли сведения, что в Фолкрите промышляют имперские шпионы. Несколько удачных взяток, и они нашли себе друзей. И вот, знать вдруг потребовала нового ярла, пока в их карманах звенели имперские септимы. Они дали мне титул Тана, а на мое место посадили моего племянничка, Сидгейра. Вот уж он-то настоящий друг Сиродила. Я тоже там. Никому чего лишнего. В империи здесь повсюду уши. Какой ты суровый, а. Тебе здесь нечего делать, гость. Разве что ты хочешь кого-то похоронить. Ты упоминал о похоронах. Фолкрит славится своим кладбищем, гость. Мы похоронили больше мертвых, чем ты можешь себе представить. Я только что отдал последние почести на погребальном костре старому боевому товарищу Бериту. Не хотел старик лежать в холодной земле. Ты можешь отнести его прах Рунилу, жрецу Аркея. Он благословит душу Берита в последний путь. Я тут подумал, может, наймем Теклу. Если бы только она проводила жил. Давайте подпишемся. Спасибо. Хорошо, так, этот квест у нас... где он находится? Наверняка на другом конце света где-нибудь. Подожди, почему у меня все время показывает вот этот без вести пропавший? Его надо отменить пока. Так, карта... Блин, скорее всего, он где-то на этой локации находится. И чем похваляясь, что враг ему всяк ни почём. Понятно. Давайте посмотрим, что у местных торговцев. У нас тут дождик зарядил. Товарный склад серой сосны. Где что, товар с лесопилки? Как это мы разрешаем провинциалам вроде тебя бродить по Скайриму? И как это мы разрешаем провинциалам вроде тебя бродить по Скайриму? Да пошел ты. Так. Могу я тебе предложить что-нибудь? Ну, посмотрим. Рад встрече. В отличие от брата, я не питаю неприязни к чужакам. Встречал их достаточно, когда был в братстве Бури. Ты брат Бури? Когда-то был, да весь вышел. Меня ранили в стычке неподалеку от Винхельма. Это уже сколько лет тому назад было. Но пусть я и не поднимаю больше меч во имя Ульфрика, но я все еще стою за его идеалы. Скайрим — земля нордов, и править ею должны мы. Без всякой там империи. Понятно. Ты говорил, нет, брата, мы только что видели. Он мне не особо понравился. Кто-то зовет мой товар мусором, но для меня это сокровище. Тоже верно. Так, что у тебя есть? Две мерзкие стрелы. О, это круто, урон 14. Блин, ладно, смотрим дальше. Орочи стрелы тоже неплохо. И все, что ли? Не густо. Так, тяжелая броня, тяжелая, наверное, золотое, ничего хорошего. Блин, ну что ты выходишь? Погляди. Зелье.
такое у меня уже есть. Зелье лечения. Зелье запаса сил. И, в принципе, нормально. Украдешь что-нибудь из магазина, пожалеешь. И что ты мне сделаешь? Так, давайте посмотрим. Тут наверняка есть кузнец, у которого выбор куда получше, чем у этого. Не скажу кого. Да, когда вот кузнец. Ты меня вела дорога приключений, а потом мне прострелили колено. Бывает. Дом Лода новичок. Так, видимо, вот он тут работает. Тебе не попадался пес на дороге? Такой красивый, сильный зверь. Да чего вы все своим псом тут? Стражник у ворот упоминал о собаке. Я попросил стражников на воротах поискать его. Гоняться за ним мне не досуг, но мне бы пригодился такой верный и злобный зверь. Мне бы тоже. Если захочешь его поймать, я тебе дам свежего мяса, чтобы приманить его. Меня можно уговорить его поймать. Умно. Хочешь задаток за свою работу? Немного золота сейчас, а остальное, когда я получу своего пса. Вот тебе мясо на приманку. Этого пса надо найти. А вполне возможно, что я захочу его забрать себе, если это можно сделать. Длинный дом ярла. Стражник. Мертвым при парке. А тут, похоже, гробовщик какой-то. А нет, это алхимический магазин. Здесь можно купить зелье. Наконец-то я нашел магазин, в котором продают. Девушка. Уважаемая. Эу! Ты посмотри, вообще плевать на покупателей. Новичок в городе? Может, новичок хочет, чтобы я ему что-нибудь смешала? Так, слушай, а ты не та сам? Нет, ты явно не та, потому что та Уайт ранее обитается. Погляди. Так, зелье. Зелье колдуна. Вот это зелье мне пригодится. Вот это. Хорошо. Да что-то ничего особо-то и нету. Ладно. Давайте попробуем продать ей. Да блин, ну вот почему он выходит, а? Слов нету. Так, блин, ну. Зелья. Всякие яды. Трава. Так, что еще? Прах вампира. Давай продадим. Пища. Зелье. И все? Не так уж и много у тебя всего было. Ладно. Где же в окрестностях этого города водится песик? Казармы. Песик. Может, это как-то по квесту мне объяснят, возможно, как-то по карте отмечено. Вот она где, значит. Хорошо, пойдемте туда. Я хочу себе собаку. Вот собака бы мне точно не помешала. Ой, куда я пришел? Маленькую круголя дали. Ладно. Посмотри, какая непогода-то, да? С погодой нам не свезло. Песик, ты где?
где-то тут. Так, песик, песик. А вот ты. Тебя-то мне и нужно. Ты говоришь? Ты что, говорящий? Скайрим кишит великанами, летучими ящерицами и двуногими кошелюдьми. А тебя удивляет говорящая собака? Да, я заговорил. И буду говорить между прочим. Видишь, меня зовут Бармас. У меня есть одна проблема, которую ты, как мне кажется, без труда решишь. Чё тебя так плохо слышно? И какого рода помощь может потребоваться собаке? Тебе педигри купить, что ли? Мы с хозяином слегка рассорились. Начали спорить однажды и несколько увлеклись. Он выпинал меня прочь, пока я не найду кого-то, кто уладит наш спор. Я рассчитываю, что это будешь ты. Давай найдем его. Чего? Насколько я знаю, в пещере Хеймара у него есть поклонники. Там мы сможем с ним поговорить. Обалдеть. Если все получится, обещаю, ты получишь награду. Только не доверяй никаким его предложениям, ясно? Я не совсем понял, а кто твой хозяин? Подожди, подожди. Ну, веди, собачка, говорящий пес. Обалдеть. Чего только не увидишь. Пещерка-то, я надеюсь, недалеко. Барбас. Того же Барбос назвали бы. Куда ты меня ведешь вообще? Тихо. Короче, давай сюда все, что у тебя есть ценного, а то выпотрошу как рыбку. Уходи сейчас же, пока тебя не зарезал. Грозно. Но я почему-то не боюсь. Да у меня сейчас собака больше убежит. Я повторять не стану. Мне некогда. Эй, ты... Не стоит сюда приходить. Где там мой меч? Что-то кинжал меня разочаровывает. Свободен. Так, аметист, отмычка. Вот мы возьмем, продадим. Так, песик, подожди, подожди меня. Песик. Песик, ты где? Только бы не было развилки. Песик. И куда он ушел? Да, у нас проблема. У нас дорога ведет в три разных стороны. Туда. Бляха-муха, куда идти-то? Мне кажется, сюда. Песик. Песик. Теневая башня. Песик, ты тут? Ух ты, бляха-муха. Да ты что, лечишься еще? Отлично, мы потеряли песика. Да уж. Песик, мать твою, ты где? Да. Красота.
Да и только. Так, подожди, я что-то начал путаться. Вот оттуда я пришел. Нам либо идти сюда, либо идти сюда. Скорее всего, сюда. Я потерялся. Песик. Так, похоже, что я не очень удачно забрел. Хотя какого хрена? Бандиты тоже. Упс. Сегодня научусь с упреждением стрелять из местного лука. Да блин, ну стой спокойно. Братюня, ты где? Точно был какой-то звук. Мимо тебя там стрелы десятками пролетают, ты все звуки слушаешь. Заметил меня наконец, нет? Да выходи, я уже не прячусь. Ты посмотри, а какой. Да что ж такое? Ну. Наконец-то попал. Я уже думал, сегодня не мой день. Так, это что за ловушка? Да бляха, муха. Наконец-то. Да. Дела. Так, это там не песик случай? Нет, это не песик. Это крыса. А песик у нас потерялся. Птичье яйцо. Нужно ли нам? Не нужно. Обойдемся без яичницы сегодня. Присел с комфортом. Так, орочьи стрелы. Тут орки нас промышляют, значит, разбоем. Ой-ой-ой. Ладно, что-то у меня сегодня все криво получается. Я думаю, нам нужно вернуться к той развилке. Потому что явно не по этому пути пошла собака. Я, конечно, затрудняюсь сказать, по какому именно. Как не вовремя твор подошел, а? И вот тут, я думаю, мы остановимся, а продолжим искать собачку в следующей серии. Такие вот у нас, короче, события. С вами был Артур, всего хорошего, пока-пока-пока.